Включен обратный отсчет дней до старта благотворительного марафона «Ты нам нужен». В преддверии открытия акции глава города собрал волонтеров, чтобы вспомнить о результатах прошлых лет и поделиться планами касательно нынешнего марафона, открытие которого пройдет уже 1 марта. Мы надеемся, что и в этом году мы сможем собрать достойную сумму средств, чтобы помочь ребятам. А сегодня их в списках уже около 90, поэтому надеемся, что все у нас получится. На заседание пришли около 200 волонтеров. Среди них есть и ребята, которые принимают участие в акции впервые. Они получили слова напутствия и советы от тех, кто уже не первый год оказывает помощь детям в рамках этого марафона. Мне хотелось быть полезным обществу. То есть, особенно детям с ограниченными возможностями здоровья, которые остро нуждаются в нашем внимании. Вот. Хотелось чем-то помочь, оказать свою посильную помощь и не просто сидеть дома, а влиться в активную жизнь города. Во время акции, которая будет длиться в течение 3 недель, планируется провести порядка 50 мероприятий, направленных на сбор материальных средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. За все время существования марафона в нашей области собрано более 21 миллиона рублей. Волонтеры и организаторы уверены, что и в этом году акция не оставит ивановцев равнодушными. Полина Панасицкая, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.